Мы находимся в Астраханской области, Янатаевский район, на производственных посевах КФХ «Арефьев». Здесь мы видим лук репчатый, площадь порядка 60 гектар. Посев был закончен до 1 апреля. На представленном поле практически не было прополок, полностью мы справились гербицидами. После посева на данном поле присутствовало очень много сорняка послена. Порядка 40% поля было поражено этим сорняком. К краю поля опрыскиватель не доставал, послен без проблем растет. На поле, как мы видим, послена не присутствует. Боксер полностью справился с посленом. Поле на сегодняшний день, на 20 июля, до сих пор находится в отличном чистом состоянии. После всходов, вплоть до третьего листа, проводились обработки оксифлуорфеном. Между обработками около 4-5 дней. После обработок оксифлуорфеном мы смогли на 3 недели до 2,5-3 листьев мы смогли удержать здесь послен в фазе 2 настоящих листьев, постоянно поджигая, постоянно угнетая его. Как только лук у нас дошел до третьего листа, мы начали применять боксер. В нашем случае мы полностью избавились от проблемы после первой обработки. Вторая обработка была проведена для того, чтобы вторую волну послена сдержать. Как видите, результат прекрасный. Послен ручную не убирали,